Напередодні выборов керівника державы митрополит Павел звернувся до народа. Он закликал громадян завтра наведать храмы и долучиться до агульной молитвы за белорусский народ. По словах патриаршего экзарха усея Беларуси, зараз особливо важно заховать на нашей земле одинство и сгоду. Любовь до ближнего – головный житевый ориентир, який поможет супрацьстаять гвалту и беззаконности. Зворот митрополита подтримал архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Дорогие друзья, я хочу обратиться к вам всем и напомнить, что церковь как общество не вмешивается в политические игры или в политические какие-то партии. Но церковь как общество в первую очередь отвечает за мир в этом обществе. И я сегодня хочу напомнить каждому из нас слова преподобного Серафима Саровского, который сказал: «Стяжи свой дух мирен в своем сердце, и вокруг тебя спасутся тысячи». Народ белорусский достоин жить в мире. Народ Белоруссии, который прошел испытание 20 века, когда каждый третий белорус погиб, когда мы прошли катастрофу Чернобыля, мы должны понимать, что мы достойны мирной жизни, что мы люди мирные, и все наши внутренние проблемы мы должны решать сами, не извне, а только мы. Приходите в храмы Божии, и мы вместе с вами вознесем молитву о мире в Беларуси.